чудесным утром, с добрым святым утром. Ты сегодня счастлив? Ты сегодня счастлив, что ты здесь. Лично я очень счастлива, что я сегодня в самом прекрасном месте. Это дом Бога, это Божий дом. Я верю, что много любви нас ждет. Много любви мы уже приобрели. А ты веришь? Давайте вместе будем создавать эту любовь. Давайте вместе будем сейчас создавать атмосферу любви и поклонения. Пусть нам никто и ничто не мешает прикоснуться к Нему. Пусть нам никто и ничто не мешает увидеть Его лицо, увидеть Его славу. В это утро, в этот день, о Господь, излей свой Дух Святой на нас. О Господь, наполни, наполни собой, наполни каждый сердце, каждый мысль, Господь, наполни собой. Мы верим в Тебя, мы верим в Твои чудеса. Господь, мы провозглашаем Твое царство, славу и силу на это место, в это время. Господь, я каждого, кто сегодня придет. Аллилуйя.
Я с тобой, а
вознесен. К своей славе нам Тобой дан одной. Над нашими семьями, над нашими домами, над нашими городами. И такое счастье, что Господь нас объединяет. Вы представляете, сколько на земле в воскресный день, во всей земле сейчас славит Господа. Ведь это сила, которая ни с чем не сравнится, когда мы вместе ищем, взываем, поклоняемся, открываем сердца. Я верю, что когда объединяются все на земле и делают это естественно искренне, всем сердцем, любое зло рушится, любая ложь рушится, любой негатив уходит, приходит мир, приходит любовь. Знаете, я сегодня вспомнила слова великого человека, я бы так назвала, мать Тереза, когда-то сказала: может быть, мы не все можем делать великие дела, но все мы можем делать маленькие дела с великой любовью. Ведь Он тот, который дает великую любовь. Он тот, который учит делать даже самые маленькие дела, но с большой любовью, с великой любовью. Господь, научи нас делать эти маленькие дела с большой любовью. Научи нас, Господь. Вот мы стоим пред Тобой и Тебя ищем, взываем к Тебе наш Бог. Ищем Твоего лица, Твоего присутствия, потому что это самое лучшее, что можно ощутить на этой земле. Это, Господь, Твое присутствие. Мы не можем окунуться в Него и забыть обо всем, потому что когда мы в Твое присутствие, мы Тебе полностью доверяем во всем, во всем и всем, Господь. Yes, oh, yes, oh.
Ты знаешь, какие мы здесь,
какие мы в каждом шагу. В каждый миг, в каждый час ты нас знаешь. Ты нас знаешь, любящий Отец. Ты разрываешь цепи. Ты освобождаешь. Ты исцеляешь. Господь, и тот, который тебя ищет днем и ночью, о просьбе, Господь, об исцелении. Господь, тот, который ищет тебя. Тот, который ищет тебя всем своим сердцем, просит исцеление, ответы делаешь. Тот, который ищет тебя и просит освобождения, ты это делаешь. Твои чудеса, а твои чудеса наполняют, если мы ищем, если мы только верим. Твое слово говорит, ты только поверь. Ты только поверь, и все это сбудется в твоей жизни, чего только ты мечтаешь, о чем только ты мечтаешь. Помощь наша в твоем имени, Иисус Христос. Ты взял на крест все наши немощи и болезни. Ты взял на крест все, все, что мешает верить в тебя. Ты взял на крест все, что мешает жить свободной жизни. Спасибо тебе, Бог. Спасибо тебе. И мы верой говорим, Господь. Помощь моя. Ты, Господь. Помощь моя в имени Иисуса Христа. Эти слова произноси, как молитву. Эти слова произноси, пусть будет это же смерть и жизнь. Если ты сегодня ждешь чуда, в ожидании чуда, делай это всем своим силам своим. Помощь моя, Иисус, это ты. Помощь моя в имени Иисуса Христа. Прославление наших устах наполняется славой тебе. Славой и хвалой пусть наполнятся мои уста. Помощь моя, помощь моя в имени Иисуса Христа. Закрой свои глаза, подними свои руки. Подними свои руки. Пусть послушание будет на этом месте. Помощь моя в имени Иисуса Христа. Когда они молились и пели одним сердцем, одним голосом, одним словом, вот свои духи ходят вокруг, ходят рядом с нами. Когда мы одним словом, одним сердцем это делаем, Он делает чудеса, потому что Он говорит. У них в жизни ничего не может не произойти. Все может произойти. Что желаем у Бога. Все восторгнуты. И мы избавлены. Больше нет страданий и слез. Я верю, Иисус, что ты разрываешь сети болезни, разрываешь сети греха, разрываешь сети неверия. И мы избавлены твоим словом, мы избавлены твоей жертвой, мы избавлены Христом, мы избавлены твоим духом. Мы избавлены! Аллилуйя! Аллилуйя, Христо! Освободи меня! А сейчас молись на языках, как ты только умеешь! Христо, Рабо Христо! И Рабо Христо, подними волну на языках! Подними волну на языках! Христо, Рабо Христо! Ваше Рабо Христо, Рабо Христо! И Рабо Христо, Рабо Христо! Просто
Спасибо тебе за чудеса. Спасибо, что ты здесь. Спасибо, что ты с каждым из нас творишь новое. Творишь чудеса, творишь красоту. Спасибо тебе. Спасибо тебе. О, спасибо тебе, Бог Святой. Спасибо тебе, Кена Соля Меча Соля Мария. Thank you.
наполнится Тобою. Наполнится Твоим Духом. Наполнится всем Духом. Который изменяет нашу жизнь. Который меняет наше мышление. Наши поступки. Наши действия. Мы благодарим Тебя. Как Вешпаде наши мира, жизнь веки другие. Чтобы сегодня выйти другими. Везде коем дал Вешпаде. Мы благодарим Тебя. Где вела карта. За каждый раз. И мы создаваем пред Тобою. Да, мы приходим к Твоим ногам. И мы скинчим. Мы изменяемся. Где вела карта Вешпаде. Каждый раз, Господь. И мы сядем пред Тобою Вешпаде. Да, мы Господь Твоим. Мы извиняемся. Ты подпрессидесь при мусу Богичу. Пускай это слово сегодня присоединится к нашим изменениям. Отверг мусу сердец, акис и раусис. Открой наши сердечные глаза и уши. Как мы сгердетим. Мы слышим. Иисус Христос Богом. Во имя Иисуса Христа. Амин. Аминь. Аллилуйя. Мы уже получили. Амин. Амин. Так и присядьте. Присядьте. И мы сегодня хочу поделиться. Я сегодня хочу поделиться словом. И, может быть, мы все сегодня были в одной классе. И, может быть, мы даже сегодня были все в одной группе. И словно-то и Виля. И прославление, и Виля. И хочу сегодня протести. Я хотел бы продолжить сегодня. Praeitą sekmadienio temą. Pošlo vaskrisienį temą. Kas prisimina, apie ką Gediminas pamokslavo? Kto pomnit, o čem Gediminas propovėdavo? Apie meilę. Apie Dievą, jo? Liubį, o Bogę. Svobodį. Apie laisvę. Ir kažkaip mane labai palietė ta tema. Norėčiau šiandieną ją pratęsti. Я хотел бы ее сегодня продолжить. Гедиминас поэмė rašto vietą, vieną iš rašto vietų. Есть написание одно из... Галатams 5 skyrius, mes ją puikiai žinom. Галатам 5 главу, мы все прекрасно ее знаем. Ir ten buvo kalbama apie kūno ir dvasios... И там все говорили о плоти, тело, духовные... Я что ли, mes paskaitytumėm. Я хотел бы прочитать. Pradėkim. Nuo žodžio, Galatams 5 skyrius, nuo šiotos eilutės. Šistovas tika. Šešioktas. Jo. Aš sakau, gyvenkite dvasė ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat kūno geismai priešingi dvasiai, o dvasios kūnai. Jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote kaip norėtumėte, bet jei leidžitės dvasios vadovaujami, jūs nebesate įstatymo valdžioje. Kūno darbai žinomi. Tai ištvirkavimas, netirumas, gašlavimas, meldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumas, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašus dalykai.
Aš įspėjau, kad jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepavalės Dievo karalystės. Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymų, kurie yra Kristaus Jėzus, jie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais. Jei gyvenimą dvasia, tai ir elkimės pagal dvasę. Nesivaidykime tuščios garbės, nerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems. Amen. Галатам 5:16 стиха и до конца. А я говорю, живите по духу, и тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы. Потому что греховная природа желает того, что противоречит желанию духа. А дух желает того, что противоречит желаниям греховной природы. Они постоянно выступают друг против друга. И в итоге вы не делаете того, что хотели бы делать. Но если вами руководит Дух, то вы уже не под законом. Дела греховной природы известны. Это разврат, нечистота, распутство, идолопоклонство, колдовство, вражда, споры, ревность, ярость, честолюбие, разговоры и разделение, зависть, пьянство, оргии и тому подобное. Еще раз предупреждаю вас, те, кто этим занимается, не наследуют Царство Божие. Плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. В законе нет ничего против этого. Те, кто принадлежит Иисусу Христу, раскрыли свою плотскую природу вместе с ее страстями и нечистыми желаниями. Если Дух дал нам жизнь, так давайте же будем жить, же будем и поступать по Духу. Не будем тщеславны, поступая друг с другом, вызывающе и завидуя друг другу. Аминь. Сегодня наш совок мокса поводином «Амежина Кова». Сегодняшняя проповедь назвала «Вечная борьба». Ir kaip mums besinorėtų. И как бы нам не хотелось бы. Mes kartais mums atrodo, kad mes įtikėjom. И нам кажется, что иногда мы уверовали. Mūsų gyvenimas pasikeitė kardinaliai. И наша жизнь изменилась кардинально. Bet ta kova, kūno ir dvasios. Борьба духа и плоти. Tai yra amžina kova. Это вечная борьба. Ir aš manau, kad kiekvienas iš mūsų čia sėdinčių salėje ir klausančių pamokslą, visi žino, apie ką mes kalbame. Я думаю, что все, которые сидят тут в зале и слушают проповедь онлайн, понимают, о чем идет разговор. Ir tai yra tikrai amžina kova. И это правда вечная борьба. Kurią mes kovosime iki savo gyvenimo pabaigos. В которой мы будем бороться до конца своей жизни. Kartais mums lengviau sekasi. Иногда нам легче. Kartais sunkiau sekasi. А иногда тяжелее. Bet tai iš тесу yra amžina kova, kaip ir Dievo žodis sako, pažinti mane yra amžinas gyvenimas. Но это правда вечная борьба, как Иисус Христос говорил, что познать меня – это вечная жизнь. Taip ir šita kova su kūnu ir dvasia yra amžina kova. Так и борьба с духом и плотью – это вечная борьба. Ši rašto vieta – это место из Писания. Tai yra kaip lakmuso papirėlis kiekvienam. Это как бумага, кусочек лакмуса каждому из нас. Mes paskaitę kūno darbus, mes suprantame, ar iš tiesų aš esu dvasioj, ar esu kūniškas. Мы когда прочитали дела плоти, мы сразу начинаем понимать, или мы плотские, или духовные. Ir galim mes čia įsivaizduoti šventuosius. Мы можем себя тут представлять святыми. Bet kaip ir Vilė maldoje meldėsi, kad mes patys žinom, kame mes esame. Как и Виля молилась в молитву, мы сами понимаем, в чем мы находимся. Yra nuodėmės, kurios yra labai matomos. Есть грехи, которые очень видны. Yra nuodėmės, kurios mes patys žinome, kame mes gyvename. И есть грехи, которые мы сами знаем. Ir ačiū Dievui, kad ir aš nenoriu, kad tai būtų kažkokia pasmerkimo pamokslas. Я не хочу, чтобы эта проповедь была бы какая-то осуждение. Bet tai yra, kad tegul tai bus pamokslas, kuris teikia mums viltį.
пускай это будет проповедь, которая дает нам надежду. Нас Господь Иисус Христос. Потому что Господь Иисус Христос. Ты рабильтес. Это надежда. И ты рад ищитес. И это будет. Ir jeigu mes esame su juo, mes turime viltį būti laisvi, nes ir per Jėzų Kristų mes galime būti laisvi ir palaiminti. Bet mums to, kad šis Jėzus Kristus mes galime būti svobodni ir būti slavini. Ir mes šitoje rašto vietoje, galbūt pagrindė mes šiandien apsistosim, mes matome, kad apaštalas mus moko, kaip išeiti iš tos problemos. Mes domėjom senetą miestą ir visanį, patom štamu vidim, kad apostol pakazavai nam. Vėlgi, praktiškai galima sakyti, mes esame tokie kaip susidveinę. Mes iš vienos pusės esame ir kūnas, ir iš tos pusės esame ir dvasia. Мы как бы находимся в таком раздвоении. С одной стороны мы в плоти, а с другой стороны мы в духе. Это не значит, что мы сами какие-то шизофреники. И это не значит, что мы какие-то шизофреники. Но это мы сами сукурти. Так, как мы живем в куне, но что-то мы сами двасе. Но мы так сотворены, что мы живем в плоти, но по духу. Ir viskas prasidėjo nuo kritimo, tai nuo pačių pradžios. Ir viso началось с самого начала, это падение. Pirmiausia, iki tol, kol nevyko tas didysis, kaip sako, obolių valgymas, ne kaip įvykėjo. Pokai neprasišlo, tai vėlykai jablaka paėdanie. Tai žmogus suprato, kad Dievas yra svarbiausias pasaulyje. Человек понял, что Господь здесь самый важный в всем мире. Ir jie buvo bendrininkai to didžiojo darbo, ir jie buvo dalimi to darbo, kurį Viešpats buvo suplanavęs. И они были соучастниками этой большой работы, которую спланировал Господь. Bet po kritimo šiek tiek pasikeitė žmogaus mintys ir mąstymas. Но после падения такая человеческое мышление, оно изменилось. Ir žmoguje atsirado būtent tas noras įsitvirtinti. Ir žmoguje pojavilas želanie utvirdyti. Ir noras gyventi tam tikrame pasitenkinime. Ir žyti v nekotorom udovlitvorenie. Kas tai yra tie mūsų kūno geiduliai ir nuodėmė? Kas tai yra? Išteni toko jest grėp į želanie plati, mes možem pasmatėti. Atsiveskime Efeziečiams. Давайте откроем Ефесянам. Antras skyrius. Вторая глава. Nuo pirmos iki trečios eilutės. Ir jūs buvote mirę nusikaltimams ir nuodėmėms, kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščių viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, siekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus. Ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti. Вы были мертвыми из-за ваших преступлений и грехов, и поступали так, как принято в этом греховном мире, по велениям властелителя сил, обитающих в воздухе духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев. Ir Tito 3.3. И Тит 3.3. Juk ir mes kitados buvome neprotingi, neklusnus, apgauti, vergauti įvairiems geiduliams ir malonumams, gyvenime pilni pykčio ir pavydo, neapkenčiami ir nekenčiantys vieni kitų. Cita 3.3. Мы тоже, когда были глупые, непокорны, обмануты и порабощены всевозможными страстями и удовольствиями. Нашу жизнь наполняла злоба и зависть. Мы были отвратительны, ненавидя друг друга. Taigi, тай ра мусу праитис, бет... Это наша пошлая. Бет, кэ мэс итикэмэ.
Но когда мы верим, мы посвящаем свою жизнь Богу. Мы посвящаем свою жизнь Богу. Все это должно умереть. Ir mes turime tai marinti, savo geidulius, savo troškimus, mes turime marinti, nes tai yra kūno, kūno vaisiai. Мы должны все это умертвять, потому что это плод, плоти. Tie pokyčiai turi įvykti mūsų viduje. Ir kartais krikščionis pradeda gyventi там тикрое себе в гауле. Эти изменения должны произойти у нас внутри, и иногда христианин начинает жить самообманить. Мы за столько лет иногда очень хорошо знаем Библию. И когда мы продаем рашты вытас притайкайте саво кумишку мой паденкт. И мы начинаем местами из Писания подрывать свои плотские дела. Мы знаем, картайс, не картайс, бет мы знаем, как ир геи суранта рашту вертас, кур я паденке саво кумишку, но кур я паденке саво гейдулюс и трошкимус. Мы знаем, что даже гомосексуалы местами из Писания подрывают свои какие-то желания. Мы знаем, как алкоголики суранда рашту вятас, курёс паденьге ю куйнышкумо, курё паденьге ю модеме. Алкоголики тоже начинают находить места из Писания, которые покрывают свои поступки. Полистуви саву рашту вятас суранда. Блудники находят свои места из Писания. Ir mes esame žmonės. И мы люди. Ir mes norime prisidengti to. И мы хотим этим прикрыться. Bet jeigu mes iš tiesų įtikime Jėzumi Kristumi, но когда мы правда верим в Иисуса Христа, mūsų vidų šaukia kitų dalykų. Наша внутренность взывает другим вещам. Ir kartais galbūt yra sunku, nes mes, kai esame žmonės, mes žinome mūsų kūną, mes greičiau gauname tos malonumus, ane, išgeri, apsvaigsti, labai gera, ir tau nereikia galbūt kartais melstis valandą, kad tu pajustum tą prisilietimą viešpatės. Мы как люди, мы удовлетворяя свои плотские какие-то потребности, мы намного быстрее можем получить какое-то удовольствие, чем час проведя в молитве. Куничкумы посекти мумс жиме мажорике пастангу, не будет посекти. Достичь плотских каких-то вещей нам намного меньше надо усилий, чтобы достичь каких-то божественных. Ir mes kartais, na, pavarkstam siekti galbūt to dvasingumo, to pasišventimo. Мы иногда устаем, когда стараемся достигать духовности. Nes kartais tai atrodo, galbūt ir nepasiekima, tai yra galbūt kartais nematoma. Может быть, нам иногда кажется, что это недостижимо или невидимо. Ir так Сальме labai aiškiai sako, laimingas, kas atmeta nedorių patarimus, kas neina nusidėlių kelių ir nebendrauja su pašaipūnės, bet džiaugiasi viešpaties įstatymu ir masto jo įstatymą dieną naktį. Jis lyg medis pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikų eidėjus, bet jis jo lapai nevysta. Kad ir ką jis darytų, jam sekasi. Nedorėliai netokie, jie vaikšto vėjo blaškomi pelai, todėl nedorėliai teisme neatsilaikys, bet nusidėlė teisių saigoje. Nes viešpats globoja teisių kelią, o nedorėlių kelias veda į pražūtį. Блажен человек, который не следует совету нечестивых, не стоит на пути грешников и не сидит на собрании насмехающихся, но в Господнем законе находит радость, и о законе его размышляет день и ночь. Он как древо, посаженное у потока вод, которое приносит плод в свое время, и чей лист не вянет, чтобы он не сделал во всем преуспевая. Не таковы нечестивы, они как мякля, которую гонит ветер. Поэтому не устоят на суде нечестивые, и грешники в собрании праведных. Ведь Господь охраняет, пусть праведников, а путь нечестивых погибнет. И дарвина, сарвис, бы не помню,
73, 74, kur mes irgi ten skaitom, kad kaip ir žavimas, kad netikintiems sekasi, kad viskas jiems gerai, tu pasižiūri, jiems viskas gerai sekasi, o tau vis blogai ir blogai. Bet yra šitis. Еще один псалом, как бы, я не помню, 73 или 4, написано, что восхищается нечестивым, что у него все хорошо, тогда что у тебя что-то не получается. Mums visą laiką norisi greitesnių rezultatų. Нам всегда хочется очень быстрых результатов. Bet mes žinome, kad там, kad gimtų toks gražus vaikelis, мы знаем, что мы родился такой красивый ребенок. Непоканка абракадабра. Не хватает абракадабра. Mes turim išnešioti tą vaiką. Мы должны выносить этого ребенка. 9 mėnesius. 9 месяцев. Там, kad jis gimtų. Чтобы он родился бы. Ir po to, kiek dar reikia laiko, kad mes jį užaugintumėm, kad tas vaikas iš tiesų neštų tinkamą vaisių. И еще сколько времени надо, чтобы его вырасти, чтобы он вынес бы правильный плод. Todėl ir mes, kaip tikintieji, mes turime pasižaboti kantrybę. Мы, как верующие, должны наполниться терпением. Kad vis dėlto mūsų kūniškumas būtų numarintas. Чтобы наши плотские желания были бы умертвены. Kartais čia yra Jokūbo pirmas skyrius 13-14 eilutė, kur Jakobo pirmoji glava 13-14 stih. Netgi ten yra sako, esu Dievo gundomas. Ten pišta, aš ten išsiu. Bet Dievas negali būti gundomas blogiu ir pats nieko negundo. Господь не может быть искушаемым злом и сам никого не искушает. Когда мне приходилось на карте встретить такого крещеного, мне пришлось встретить однажды одного христианина, который с радостью мне рассказывал свою греховную историю. Tiesiog buvo įsitikinęs, kad tas nuodėmingas jo gyvenimas, tai buvo Dievo planas. Jis buvo įsitikinęs, kad tai buvo griežtas žingsnis, tai buvo Dievo planas. Palikti žmoną, surasti kitą moterį, gyventi su kita. Tai buvo Dievo planas. Tam, kad jis pažintų Dievą. Ir tai yra mes, tai yra brolis, Kristė. Todėl suprantama, kad mes sakom, mes pažinsime tiesą, tiesa mūsų išlaisins. Kaip Pisanė gavėt, nepoznaim įstiną, 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 įstiną. Bet kartais ta tiesa, kiekvienas turi skirtingą tiesą. Į každą iš nas, į nedaimį, į atrazinę pravdą. Bet iš esmės, tiesa yra vienintelė. Nu, įstiną to, da? Dievo tiesa. Božia. Dievo žodis. Božia slova. Bet pagal tai, kokioj aplinkoj mes esame, kokioj terpėj mes esam. Nu, kokioj mes nukodimsis teisėje. Ką mes klausom. Što mes slušėm. Ką mes žiūrim. Što mes smotrėm. Su kuo mes bendraujam. Što mes apšėjimsi. Tas formuoja mūsų irgi tam tikrą pasaulėžiūrą. Eta formuojimui našo mirvazienį. Ir mes galime suprantat, anksčiau vaidės ir tokį pavyzdį, buvo toks pas mūsų brolis, kuris, kai tik tai lastelė, sugalvoja evangelizuoti. On nezako povėdantas. Jam sako, man Dievas taip sako. On nebūt nieko įsvoti, tai gavėjau. Ir jeigu yra bažnyčios tvarka, если поезд порядок цель. Это бажничас тварка. Это порядок цель. И кайкуриям скажи, ну, сапа, что сувайся, сдарите камору. И некоторые говорят, я свободен, могу делать то, что хочу. Аж пожестили Дева. Я знаю Бога. Аж говорите бажнича. Я могу идти в цель. Говорите. Могу не идти. Говорите молода. Могу идти. Говорите. Могу не идти. Ты? Да. И Дева сдохнул, поселите. И Господь дает тебе выбор. Bet aš žinau vienintelį dalyką. Na, jis nėra nuvieš. Kad jeigu tu esi tikėjais. Jis atėjau Dievau. Ir tu pažįsti Dievą. Ir jis nėra iš Gospodą. Tavęs niekada šventoj dvasė nevės kitais keliais. Tave niekada daug šventoj nepagrįzė trukdymė pusėmė. Tu norėsi būti bažnyčioje. Tu būsi koncerti kaip su cerkė. Tu norėsi melstis kartu su šventaisis. Būsi koncerti melstis su svetinė.
Arba tu iš tiesų niekada neprisilietei prie Dievo. Либо ты никогда не коснулся Господа. Arba tu tikrai negavai atsakymo maldos metu. Или ты не получил ответа во время молитвы. Tai galbūt tos yra priežastis, kodėl tu nenori melstis kartu. Может быть, это и есть причины, почему ты не хочешь молиться совместно. Nes aš iš savo praktikos žinau, kiek aš kartų beteičiau į maldą. Я знаю со своей практикой, сколько раз бы я не приходила бы на молитву. Netgi jeigu nesinori. Даже если не очень хочется. Vis tiek toje maldoje kažkas įvyksta. Все равно, что там на этой молитве происходит. Amen. Toje maldoje keičiasi pirmiausia mano gyvenimas. Toje molitvė sначала меняется моя жизнь. Kai mes kartu apsijungiame kartu melstis. Когда мы совместно молимся. Нешам мусу бролю, сесеру наштас. Несем наших братьев и сестер. Tai kažkas veikia, kažkas keičiasi. А правда, что-то меняется. Bet mes juk esame kūniški. Но мы сами плотские. И мы придумываем всякие пасетесы. Мы придумываем всякие оправдания. И решил, вот, поголкуй кунишкой, на гена как не ты молда, антра как не ты молда, и по москве не смотрит. И по плотски ты один раз не пришел на молитву, второй раз не пришел, и естественно тебе не хочется. А все равно гибну по реке. Начинаются, появляются другие нужды. И смотрим, как пятнадцать, допер, ира, гражус орас, васара. И сейчас пятница, лето, красивая погода. Кодел реке идти молда, и кумяс галю просидясь на савайке? Почему нам надо идти на молитву, если мы можем удлинить себе выходные? Бе тик отнеждами саву куну ще, мяс галюме кисти тос кунишкус далекус и двасинус далекус. Только принося свою плоть сюда, мы можем менять свои плотские вещи на духовные. Аминь. Поэтому... Галатамс пятый скирус, там, где мы скидим, но 16-17 сутки, это вот это не ра, вен только теория. И Галатам, что мы читали, это не только теория. Бет ира и практика. Но это и практика. Jeigu mes nekeisime vienų dalykų į kitus, другие, mes ir pasiliksime toje pačioje vietoje. Мы и останемся на том же самом месте. Ir mes galime прогрессировать iš vienos pusės į kitą pusę. И мы можем прогрессировать с одной стороны на другую сторону. Nes нуодемия labai greitai прогрессуoja. Потому что грех очень быстро. Kaip ir дласные dalykai labai greitai прогрессуoja. А сама, как и духовные вещи, очень быстро прогрессируют. Амен. Аминь. Todėl mes turime keisti себе, нес кунас мили мане и менять себя. Подрасе мили Дева. Плоть любит меня, а дух любит Бога. Амен. Taigi, tikintis žmogus neturi susitaikyti su nuodėme ir su nuodėmingu gyvenimu. Mes turime dėti visas pastangas. Поэтому верующий человек, он не должен смириться с грехом, а должен прикладывать все усилия. Kiekvieną kartą, каждый раз, kai mes nuodėmiaujame, когда мы грешим, tai nėra vien tik tai нуодемя не тик дар мус нелаймингус. Грех делает не только нас несчастливыми. Bet daro ir aplinkinius nelaimingus. Nu, jau prašyčiau, kad nešisliu. Praeitą sekmadienį Gediminas mums sako, aš galiu gerti, aš esu laisvas, ne? Aš galiu vaikštytis pas moteris, aš esu laisvas. Prošlą воскресенье, man yra ilga svoboda, aš mogu vykti, mogu chodzyti drugim ženšinom. Mes sakom praeitą kartą su Rolandu šnekėjom. И мы с вами говорили в прошлый раз, ты тоже имеешь свободу выбирать. Bet koks tada rezultatas? Ну какой тогда результат? Kiekviena paleistuvystė atneša skausмą шеймой. Каждый раз, когда ты изменяешь, это приносит боль для твоей семьи. Отнеша скаусма бажничей. Приносит боль для церкви. Кенча виси. Страдают все. Мы знаем, нетги пастырей нусидета. Мы знаем, что даже пастыра грешат. Мы знаем, дидемо с деба вирус, курья нусидета. Мы знаем больших
Божих мужчин, которые согрешают. И смотрите, это рада такие мастами, как, ну, а как Библия про что говорит, что любит это судья, это жена. И начинается такое мышление, где в Библии написано, что я должен быть с одной женой. Не за что мне любимая, а кита. Потому что я люблю одну и другую. И тогда кенча, и шейма кенча, вайкай кенча. Страдает и семья, и дети. И вся божнича кенча. И вся церковь страдает. Mes matome, mes galime sakyti, kad mes neturime orientuotis į pastorių, nes pastorius yra žmogus. Мы не должны ориентироваться на пастора, потому что пастор это человек. Bet pastorius yra tas žmogus, kuris stovi priekyje. Но пастор это человек. Tai yra Dievo pastatytas žmogus. Это Богом поставленный человек. Ir mes matome bažnyčios griūtį. И мы видим, как разрушается церковь. Matome, kad bažnyčia nesugrius, nes Kristus stato bažnyčią. Конечно, церковь не разрушится, потому что Христос ставит ее. Daugumą žmonių paslysta. Но много людей подскальзываются на это. Todėl kiekvieną kartą, несvarbu, tu pastorius, tu esi apstai tarnautis, tu apstai esi eilinis žmogus, visą laiką reikia galvoti. Поэтому неважно, ты пастор, служитель или послушник, всегда надо думать. Ką ta nuodėmė man duoda? Что тот грех дает мне? Отнеша мирти. Приносит смерть. Красная мирти отнеша. Духовную смерть. Ir pažiūrėkime į pirmą Joną. Давайте посмотрим первое Иоанна. Трečias skyrius, devinta eilutė. Pirmą Joną, trečia glava. Devinta. Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jis negali nuodėmiauti, nes yra gimęs iš Dievo. Всякий, кто был рожден от Бога, не любит грех, потому что в нем заложена Божья сила. Он не может любить грех, потому что рожден от Бога. Аминь. Белки, как вина карта, аж так плавы айшки помочу, вот как Гедминас и помог Славу, как Галатам спрямто скирзу, то свитцу зелутес, тера лакмусо паперелес. Аж эсу дар стикейма, посетикринте. Его тут постовит daugum pusė, bet jau ar bent vienas su tausiniu atitinka, tai reiškia, reikia kažkur padirbėti. И прошлый раз, когда Гнеминас проповедовал эту Галатам пятую главу, он взял эти стихи, это словно свиток Лагнуса, да, который нам дает проверку, или мы правда находимся в вере. Ir pažiūrėkime dabar, kągi mūsų apaštalas moko, kad vis dėlto yra pergalė. Pergalė tai nugalėti. Aš sakau, gyvenkite dvasia, per paskirius šio dėlutė, dar kartą mes pažiūrėsime. Gyvenkite... Engalatum, Petrai glava, 16 stik. Ir jūs nepasiduokite kūno geismams. А я говорю, живите по духу, и тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы. Dar viena yra, kitas yra vertimas, vaikščiokite dvasioje. Написано, что ходите по духу. Ką reiškia vaikščioti dvasioje? Что значит ходить в духе? Tai reiškia eiti žingsnis po žingsnio. Это идти шаг за шагом. Tai yra savo veiksmais, elgesiu, mintimis eiti žingsnis po žingsnio dvasioje. Это идти своими действиями, своим мышлением, шаг за шагом по духу. Ir dar per vieną raštą vietą atsiverskim. Еще одно, давайте мы специально откроем. Pirmas Tesalonikiečiams. Pirmas Tesalonikiečiams. Į ketvirtos skyriaus, trečią kartą eilutę. Trečią kartą stik. Nes tokia Dievo valia, jūsų šventėjimas, kad susilaikytumėte nuo ištvirkavimo ir kiekvienas iš jūsų mokėtų saugoti savo indą šventume ir pagarboje, o ne aistringame gydulį ir pagonis, kurie nepažįsta Dievo.
Бог хочет, чтобы вы были святы, чтобы вы воздерживались от разврата, чтобы каждый из вас умел властвовать над своим телом со святостью и достоинством, а не чтобы на поводу слух своих изменных страстей, как это делают язычники, не знающие Бога. Это не только полезность, это был высокий нудемец. Посвящентимас. Это пускай будет не только для нашего разврата, но для всех грехов, которые связаны. И мы должны идти линк то святому и посвящентиму. И мы должны идти к посвящению и святости. Амен. Теперь, какие практические дарики, как мы должны дарить? И что за практические вещи мы должны делать? Первое, кисти свое мастерство. Это вначале менять свое мышление. А про что ты мастаешь? О чем ты думаешь? Думаешь, какие твои мысли? Не слишком секло посесея прямо в голове. Думаю, всегда семя оно находится в твоей голове. Так вот то, когда мы снижаем это секло, и мы сундикстан. Когда мы выносим это семя, оно тогда начинает прорастать. И эта секла может быть и хорошая, и плохая. И эта семя может быть и плохое, и хорошее. И мы потом помним, как ауглас издиго. И мы только потом видим, что за растение. Ар гелес, ар гелес ишауго, ар пиджелес ишауго. И цветы выросли, и все это сами. Čia Marikas kažkada buvo sutikę, kad atrodo, mokslavės šneikė, kad sako, na, mus užkrečia internetas, visokiausi dalykai. Iš tiesų, tai yra tiesa. Ir kada paskutinį kartą pabėgau Mariką, man galvojau, što nas zaražavė vieši internet ir visokie zdenėje socijai. Internet yra gerų blogų dalykų. Internet yra geroši blogie vieši. Bet nuodėmė, jinai visą laiką buvo nuodėmė. Grįchom visada buvo grįchom. Ir kai interneto nebuvo, nuodėmė buvo. Ir kada interneto nebuvo, buvo grįch. Mes žinome, tai ir iki Kristaus, ir Senajame testamente mes matome, kiek visokiausių ištvirkavimų ir nuodėmių buvo pilni žmonių, pilnas žmonių mintis. Ir mes vidim, što Biblija pisa, kiek buvo razvešionai mūsų šitolėtų. Nevelto jau jis pats visus vandenį nuplovė ir išneikino. Ne, visą visą smilbadoje. Todėl nuodėmė, jinai gyveno mumise. Ir mes turime su tą nuodėmę pastoviai kovoti. Ir mes dažnai pastoviai su nei kovoti. Savo mintimis. Svojimi mislimi. Taigi, ką reiškia atnaujinti savo mąstymą? Što značit atnaujinti savo mišlenį? Ko mes pasikrauname? Чего мы наполняемся? Как мы жюрим? Что мы смотрим? Интернет нам все время дает очень удобные вещи. Интернет нам дает всякие удобные вещи. Добрых мечу. Всяких красивых умных вещей, красивых картинок. Ни о чем не надо думать. Ты подарил бендерите и все. Только делаешь поделиться и все. Все очень крутые мы посидали. Все очень умные сделались. Dalinamės tomis mintimis. Dėlimsi atsimi razmišlėnėmi. Ir žiūri, kad krikščionių jau netgi tie visos sienos perpildytos prasmingomis mintimis. Napolini očin mūdrasi. Ir iš jų sienų dyksta Dievo žodis. Iš jų sienų papadaja Božio slovo. Nes mums yra, žinot, aš manau, kad čia mes visi tą patėjom. Kai tai pradėm raštą skaityti, tai labai mėgęs turim. Ir vieno visi, tai šešiam, kada tokio pisanį nežinom, štaip mes savo cenant. Nes reikia dėti pastangų. Patom, što nada priložyti usilį. Nes negali raštą skaityti kaip romano. И ты не можешь читать Писание как роман. Рекя мастити. Надо думать. Рекя, как раз, как ромулуати. Надо переваривать. Как это жодис еще сутарту куну, ты как мяс посетмем, ты... Чтобы это слово стало сбой плотью, чтобы оно
просто делать для нас. О, интернетas постарку не рекалауя. А интернет не требует от нас усилий. И сирот там сукута социальные клигатну сдалы бой траут. И соцсети сделаны так, что они еще больше нас втягивают. Bet kažkada, kai tai mes gyvenome socialinių tinklų. Nu, kada tai mes žili be socialinių sistemų. Ir gyvenom. Ir žili. Ir išgyvenom. Ir vyžili. Ir praktiškai viską žinojom. Praktiškai viską žinojom. Ir žinojom, kas kieme darosi. Žinojom, što pas kas darosi. Ir susėdi, što происходит. Bet reikia daug daugiau pastangų, nueiti pas kaimyną. Nu, надо išgerti arbatos. Много усилий приложить, к соседу сходить, выпить чая. O dabar mes viską labai gerai žinome iš interneto. А сейчас мы все очень хорошо знаем из интернета. Puslapį. Открыл страницу. Matai nuotrauką, viena moteris. Видишь на странице, одна женщина. Потом matai kita moteris. Потом видишь другая женщина. И ты все supranti. И ты все понимаешь, что происходит в жизни человека. Matai ten, kur važiuoja, ką valgo, ką geria. Видишь, что пьет, куда ездит, что ест. Viskas, mums nereikia niekur eiti. Нам не надо никуда идти. Mums aplengvina gyvenimą. Nam upraščiaja žizni. Ir tu pagal turinį tu jau gali atsekti, ko žmogus pripildytas. Ir ty vidiš po jo kontentu, čivo žizni naponina. Amen. Todėl mes iš tiesų turime, na, daryti, čia aš ne tik apie jums čia pamokslą, bet ir savo pamokslą. Ja, ne to, kad vam tu pavėdai, nu iš tiesų. Nes visus mus užneša ant tų socialinių tinklų ir visokelių ir norisi kaip ir atsipalaiduoti, bet mes žinome, kad tai tikrai niekur neveda. Ir mes žinome, kad tai niekada nevedė. Nes visą laiką reikia paklausti, ką man tai duoda. Visada reikia pasakyti, ką tai man duoda. Kiekvienas, ar tai mane statydina, ar tai mane greuna. Ar tai mane nazidaja, ar tai mane razrušaja. Draugystė su kažkuo, tai mane statydina, ar greuna. Nazidaja, mane ir razrušaja. Draugystė, ar aš tą žmogų, su kuriuo bendrauju, ar aš galiu atvesti pas Kristų, ar jis mane nuves kažkur tai. Nemogu dabar šiandien apie Kristų į Londoną, mažu, kada tai privesti. Nes tai yra kova. Kadamu, štai tai borba. Kiekvieną kartą. Každė raz. Ir jeigu tu žinai, kad tas žmogus, kuris su kuriuo tu bendrauji, tau nieko negali duoti, tai veda traukti mūsų. Man tebe ničko nemoži dati, man tebe... Tai ko greičiau nutrauk santykius. Tai tiem bistrėje должен razumas ним отношение. Kiek mes žinome istorijų, kai broliai evangelizuodami seseris, ne seseris, bet tai moteris. Evangelizuodami ženšinų. Visi evangelizuoja. Be evangelizuodamas. Ir tai yra, nu, tai yra realybė. Jie, tai realistė. Ateini, nu, visi praėjo, dabar mes galbūt jau tokių neturim istorijų, kažkaip visi jau apsiglūdinę kampus ir mes jau tokie esam gražus akmenis, iš kurio yra statoma bažnyčia. Visi jau tokių žiūrėjus į visi vaikamus ir tos istorijos. Bet žinom, kad veža ten brolis iš lastelės. Vat vizuot sičiai. Ir nuveža kažkur tai seserį. Vizuot, kad tai jo. Arba ten ateina evangelizuoti ir nuveži į namo. Įdėlios, da doma. Dėl mes kiekvieną kartą turime tikrai kovoti su savo mintimis, su savo veiksmais, su savo elgesiu. Ir každa esame dažnai kovoti su savo mislimis, su savo paslaugami. Dėl kiekviena diena yra kova. Ir každa diena yra borba. Kiekviena diena yra kova ir tu arba laimi, arba pralaimi. Ir tai liba įgyvėš, liba įgyvėš. Amen. Daryti žingsnius nėra taip kartais labai lengva. Dėlai šakė, tai ne ošinį postą. Ir kaip jau minėjau, kad tik tai brandus galbūt krikščionis, kuris iš tiesų išgyveno Dievo meilę. Ir, может būti, sėlė kristinė, kad tu pavadai pėžiau lybovį Božių. Kuris iš tiesų žino, ką reiškia malda ir žino, ką reiškia atsakymas. Dabar pavadai znaje, što takova malytva, što takova atvėt. Jam yra lengviau suprasti ir eiti tuo keliu. Jį įsieti. O jau
jaunam krikščioniui yra sudėtinga, nes reikia įdėti žymiai daugiau pastangų. Todėl tam reikalinga bažnyčia. Tam reikalingi broliai ir seserys, kurie gali padėti, kurie gali patarnauti. Todėl ta laisvė, apie kurią šnekama. Поэтому эта свобода, о которой говорится. Tai yra laisvė dvasioje, kuri traukia link Dievo. Которая тянет к Богу. Когда мы шнекам apie laisvę dvasioje. Когда мы говорим о свободе в духе. Tai ta laisvė, jinai mus turi vesti pas Dievą. Prie Dievo. Эта свобода должна вести к Богу. Nes kai mes taip išgirstame, aš esu laisvas ir aš, man nereikia bažnyčios, aš esu laisvas, aš tikiu Dievą, tai yra labai pavojingi žodžiai. Ir kada mes slyšim, kada mirties svobodė, man nereikia cerkvės. Man nereikia pastoriaus, man nereikia bažnyčios, man nereikia ląstelės. Tai yra labai pavojingi ženklai. Tai yra labai ženklai. Tai yra patys pavojingiausi. Tai samai apasnė. Ir vienas yra tas, kuris vaikšto kaip riumuojantis liūtas. Ir diavolo, kaip liev, kad tavo kodis būtų. Tam, kad mus pražudyti. Mes pagubyti. Todėl nesvarbu, koks tu būtum, brandus, nebrandus krikščionis. Tam nevažno, tai zvėlė, nezvėlė. Mes visą laiką turim laikyti pulsą ant savo dvasinės širdies, arba dvasinį pulsą pastoviai žiūrėti. Nes velnias žino mūsų silpnas vietas. Ir jeigu dabar tu tvirtai stovi, bet ir tau taip atrodo, kad tu tvirtai stovi. Tai nereiškia, kad po 5 metų velnias netras tos vietos, į kurią išaugti strėlę. Это не значит, что дьявол даже через 5 лет не найдет какую-то стрелу. Поэтому я хочу, чтобы мы все молились бы. И чтобы наша молитва была бы, чтобы усмирить свою плоть. Чтобы мы шли бы путем посвящения. Kad kiekvieną dieną mes ieškotumėm Viešpaties. Kad kiekvieną dieną mes sodintumėm savo mintyse teisingas sėklas. Kad mūsų rytas prasidėtų nuo teisingų minčių. Kad mes į savo protus, į mūsų savo širdis mes sodintumėm teisingą sėklą. Чтобы мы в свой разум и сердце садили бы правильное слово. Чтобы мы садили бы Божие Слово. Которое освобождает. Которое приносит истину. Чтобы каждый раз спешили бы каяться. Если совершили, спешим каяться. Ты ра, и штесу, кяля семь жмига. Это правда путь в вечность. Ir į palaimintą gyvenimą. Ir blagoslovėnų žizmą. Ten aš noriu, kad šlovintai ateitų. Šis paslovėnė prišlovė. Ir mes melskumės. Žmogui pradėjus. Tai gal mūsų kūna iš tiesų bus ta šventykla, kurioje gyvena šventoji dvasia. Naša cila būtų svetinė, kai žiūrėjau tų šitą. Ir yra rašyta, sako, neskaudykite šventosios dvasios. Jis kas nesposanė, kai galėtų nie... Обижайтесь Духа Святого. Не будьте, как сказать, равнодушны, как будьте равнодушны, не знаю, обвиненьки там. Не будьте равнодушны, да. Так мы сюда на деме, мы сбегсим на деме. Висоми своими постангами, своими эльгой. Своими постангами. Аллилуйя. Alleluia, chi è la vostra cucina, la vostra cucina, la sacchettia, la sacchettia. Alleluia, sei di modo su cucina, la sacchettia. Alleluia.
Господь, мы благодарим Тебя. Ты нас очищаешь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты нас учишь, наставляешь. Очисти нас. Господь, мы каемся прямо сейчас. Ради всех, мы знаем и не знаем. Господь, наши сердца приближаются к Тебе. Пускай наш путь приближается к Тебе. Иисус.
Отец, освободи меня, Иисус сейчас ты здесь. Иисус сейчас ты здесь. Иисус сейчас ты здесь. Сила здесь, чтоб спасти меня. Твоя могучая сила здесь, исцелит меня. Твоя могучая сила здесь, освободит меня. Иисус, сейчас ты здесь. Сила здесь, чтоб спасти меня. Твоя могучая сила здесь, исцелит меня. Твоя могучая сила здесь, освободит меня. Иисус, сейчас ты Аминь. 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 Аминь.
Богу. Инициатор Божье Слово говорит. Там это Dios nos. Для того пришел Сын Божий. Jeigu mes patys galėtume save išgelbėti, если бы мы могли бы сами себя спасти, Христос взял бы мир. Христос бы себя умер. И стать возможно Христос. Закон был до Христа. И стать мадаве, самонинкой Девос. Закон дал сознательно Господь. Саму толпу. Своему народу. Когда жену, когда надеминки. Чтобы они знали, что они грешны. Вау. Да. Если стать возможно, не реально. Потому что закон не может освободить. Но дело ставит, что не тиклаешь карту. Он сразу дал ей святыню. Нормалус психический святый жмогус. Нормальный психический человек. Пошу и статьма. Смотрит на закон. Помаду савяне. Видит себя. Перкипайтрутис. Это словно зеркало. И тогда бегает еще тикла. И сразу бежит в святыню. Что ты сделал? Взывать Господу. Ищерпи. Спаси меня. Бебитка, бебитка. Здесь бессмысленно спастись. Психически не нормальный жмогус. Ненормальный человек. Ваш субтобус. Я совершен. Ваш Богу дешевле. Я плачу десятину. Ваш перископу спасли гавью. Я три раза в неделю пощу. Ваш менеджоси три плакара. Я молюсь днем и утром. Это фарисей и мытарь. Это фарисей и мытарь были. Иисус сказал. Иисус говорит. Мытарь защищаешь стяжетес. Мытарь оправдан. Фарисейс. Фарисей. Курис ревнится самого Иисуса. Который обборся на свою праведность. Нет. Дорогие, сейчас скажу Богу жодь. Сегодня звучало прекрасное слово. Чтобы тебе случайно бы не показалось бы, что это тебя не касается. Это касается каждого из нас. О, что я перескочил. Я здесь прочитал. Ты никого не нужучил, оргиясь не доливал ее, некогда глянул. Никого не убил, в оргиях не участвую. Не пьянствую. Не пьянствую. И моя сгидельча. Это меня не касается. Я уже сако. Божье слово говорит. Висину сидею. Все совершили. И стокой не угрывес. Лишены Божьей славы. Его тут не жудей. Если ты не убиваешь. Ты ее клуба сако. То я как говорю. И Йонас подтвердена. И я подтверждаю. Его тут не как ты сау броля. Если ты ненавидишь своего брата. То я если ж мог жудись. Ты уже убийца. Ты ваш не пролезлубец. Я не блудник. Я сако. Я вас уки дуринка жюри матери. Иисус говорит, если ты возбужденно смотришь на женщин, ты уже совершил в своем сердце. Что я хочу сказать в резюме? Пока мы живем в грешном теле, скажи, грешная плоть. Потому что спасение будет закончено тогда, когда мы будем иметь новую плоть. То мы не освободились от жесткого волос. Поэтому до сих пор мы не отпущены от этой борьбы. Тогда Павел спрашивал. Поэтому Павел пишет. Эй, да вас кидем шоу припарикас. Идя для других. Служа другим. Служа другим одним словом. Притажу саму куна. Бью свою плоть. И травну ей. И усмиряю ее. Амин. Аминь. Тогда пира просвингас мусу и не звалдус. До этого очень смысленно, имеет смысл утренняя наша молитва. И вагарине звалдус. И вечерняя молитва. И расскажи уже сам классно. И вообще мы должны задать себе вопрос. А тас твас не спремали, скажи в основном. Эти духовные инструменты, которые мы используем. Ар паканка. И не хватает. Как мало пасинкумас. Чтобы моя духовность. Ислайхито. Выдержалась. Рейка вам ликмени. На нужном уровне. Это тот же спортивник. Это тот же самый, как спортсмен. Скажи, ну, пошли в спортзале. Я уже в спортзал. А не результат. А не? Да. Кальма, как пастор Алексей сказал. Можно, как пастор Алексей проповедовал. И ринг, и шпекте. В ринг выбежать. В красных трусах. В красных трусах. И тебя везут боксинга. И представлять себе крутого боксера. И кипя на каркаут палку. И каждый раз получать новее. И с фингалами еще. И с фингалами гулять. Пять. Ваишь ты спортзале. Но ты здесь спортзал.
Dėl to šiandien yra tau ir man yra iššūkis. Amen. Žvilgtik dar kartą. Ir žiūrėk, iš šitoje dvasioje pradėjo įrodyti. Ir tu išmokai našą pagazvę. Aš noriu pabaigai pasakyti iš Jono Evangelijos vieną istoriją. Evangelio Jana, tu istoriju. Mes esame tą istoriją skaitę. Daug esame šią istoriją čitali. Nagrinėjęs. Jono Evangelija, 5 skyrius. 5 glava, Jana. Ir nuo pirmos eilutės. Kiek vėliau buvo žydų šventė, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Jeruzalė prie Avių vartų yra maudyklė, žydiškai vadinama Betesda. Turinti 5 stoginės, jose gulėdavo daugybė ligonių, aklų, lošų, paralyžuotų, kurie laukia vandens sujudinti. Mat kartkart vienais maudyklė nusileisdavo angelas ir sujudindavo vandenį, kas vandenį pajudėjęs pirmas, kaip daugiau tvenkinį, pagydavo, kad ir kokia lyga sirgdavo. Ten buvo vienas žmogus išsirgęs 38 metus, pamatęs jį gulintį ir sužinojęs, jį labai senai serga. Jėzus paklausė, ar nori pasveikti? Jeigu jis man sakė, viešpatie, aš neturiu žmogaus, kuris vandenį sudės, mane įkeltų čia tvenkinį, o gal pats einu, kitas ir pagreičiau už mane. Jis man sakė, kelkis į savo gultą ir vaikščiok. Žmogus, kai matant, išgyja, pasimė gultą, pradėjo vaikščiok, o toje diena buvo šabatas. Dėl žydai sakė, išgydė, šiandien šabatas, tau negali nešti gultų. Jis man sakė, tas, kuris mane išgydė, man liepė, imk savo gultą ir vaikščiok. Jis galbūt sniekas, tas žmogus, kuris tau liepė, imk savo gultą ir vaikščiok. Išgydas nežinojo. Kas jis, kadangi Jėzus buvo pasitraukęs. Mynės susirinkus toje vietoje, vėliau jis kaip pašventyklo ir darė. Štai tu esi pasveikęs, daugiau nenusidėk, kad neatsitiktų kas blogesnio. Spėrvas stiha. Nemnogo pozdžiai Jėzus pašol na judėjskį praznik į Jerusalim. V Jerusalime nedaleko od ovečių ворот jest повод, называемый по-еврейски Бетезда, окруженный 5 крытыми колоннами. Там лежало, мол, много инвалидов, слепых, хромых и парализованных. Они ожидали движения воды. Иногда ангел Господа сходил и возмущал воду, и тогда первый, кто входил в пруд, исцелялся от любой болезни. Среди них был человек больнее уже 38 лет. Когда Иисус увидел его лежащим и узнал, что тот уже давно в таком состоянии, он спросил него, «Чего ты хочешь?» Больной ответил, «Господин, да нет ли никого, кто бы мог бы мне войти в воду, когда вода бурлит. А когда я стараюсь сам дойти до воды, кто-нибудь уже меня обереждает». Тогда Иисус сказал ему, «Встань, возьми свою раскладушку и иди». И вот человек уже, тот человек миг встал, здоров. Он взял свою раскладушку и пошел. Это произошло в субботу. Идеи по этому сказали Селену, сегодня суббота и тебе нельзя нести раскладушку. Но он ответил, тот, кто исцелил меня, сказал, возьми свою раскладушку и подушку. И подушку. Они спросили, кто он такой и кто сказал тебе идти. Исцеленный сам не знал, кто это был, потому что Иисус уже скрылся в толпе, которая была там. Позже Иисус нашел его в храме и сказал, ну вот, ты здоров, не греши больше, и чтобы не случилось с тобой еще худшего. Иисус говорит, эйк, иди, я другую лягу на себе, и больше не греши. Kad kas blogės atsitiktų. Чтобы что еще хуже не случилось. Štai tu esi pasveikęs, jis sako. Вот ты здоров. Daugiau nebėl užsidėk. Больше не греши. Kad kas blogės atsitiktų. Чтобы хуже не случилось. Я еще помочу. Что сегодня, знаете, я увидел. Знаешь, то жмогус надемея. Того человека грех. Сукаусти. Его взял Бога. Лига сукаусти, 38 лет. И вот болезнь на 38 лет его оковала. Aš turiu vieną tokį vaikystę draugą. Jie įmėjo draugą dėstą. Nu kaip, draugų nebėjo pavadėti, mes daugiau metų nebėdraugus. Slaugom jie įmonį malūnės vatų, daugą lėtų. Bet mes jau, nu, vaikystę draugavom. Nu, nu, dėstė, nu, šimus. Kažkur jis išgirdau iš subinkį istoriją. Ja, užsišėl ošį strašnų istoriją. Jisai, on, su draugais vis, nu, pabalivot. Jis duziami, jis jau, gerdavo. Jis duziami, pa, bazavas, liubil.
И можно это сконтролировать. И знаешь, чтобы его сконтролировать. Жукино, будь. Закрыла квартиру, чтобы он не мог выйти. И избавить штрафа, чтобы шить. Чтобы он пробовал с детства этажа вылезти. И шкрито. И упал. Иисус сидел сука. И повредил спину. И расцепил болезненное жмение. И сел в инвалидное кресло. Джабина, но тебе. Один грех. А ты еще тоже мог увидеть Николая. Лично принесла очень большую беду в его жизни. Как бы я никогда об ней не жил, я больше не слышал на нем. А Гива забыл. Жив, не жив. Бен факт из нас, как но факт тот, кеквила, но тебе, что каждый грех верно отверен, близ. Открывает для дьявола двери в твою жизнь. Gal nu tu tik nesmiški pradėjai. O aš tikrai čiučiui tik atvažiuoju. Aš labai stipriai, net neįsmėjau. Tuo tavo aš... Kad mes suprastume, apie ką eina kalba. Štai ponėt, apie čia mėgdėt rasgavorą. Kad mes suprastume gundytojo tikslą. Štai ponėlį bai įskušicilę celį. Jis žino mūsų silpnas vietas. On znaet naši slabai mėsta. Aš žino, kad mes mėgstam pavalgyti. On znaet, štai mes liubim pakušyti. Kiek apatytas kilo pavalgyti. А если поднимается, как кушает. Да. Ты говорил, как гиптоклиз отделяется на тебя уже в свадьбе. И мы не должны думать, что пьянство это больше не чем. А что пьянство бы игры, когда с голодом приходим, сромажу, сидеть. Может быть, кому-то и удобно, чтобы мы думали, да, да, больше маленькие. А может еще позже. Это что с вами гера полигима, Тайна? Ну кто-то дал хорошее сомнение. Саботу Судиктум. Ты бы согласился. И с Люба. Жюрки на дубище там. Что ж ты не место? Ты бы согласился в Сурчике? Я же рифаюсь. Сильного яда. Нет, конечно, что за нищие сезонцы? Ну, потому что ты потом привыкнешь. Аля? Арба и кушай, чтобы он утром не сгли, не? Если бы тебе кто-то подал стакан воды, половину варианты. Ты очень хочешь пить. Да это лаша с руту. И лаша. Ну, чуть-чуть ковница туда. Хватит? Вы понимаете, что такое маленький большой грех? Субботу и Брикола. Мы, чтобы понимали бы, с чем мы имеем дело. Аминь. Аминь. И религия, что это не яркость. И религиозность в этом месте не спасет. Почему тебе против религия? Посмотри, какая безумная религия. Будет через что страшно Иисус. Вот именно в этом месте спасание. Иисус, я вам сказал, им был дарвач. Иисус. Иисус ему говорит, бери свое ложе и тези. Ты видишь, во что не смету с гулезы, то с ладушкой? Тот 38 лет лежал на той ладушке. Лаукес, лучше гулезы, лучше джун. То есть либо свой исцелезаем, а кем с другу будешь гербить. Имея свое представление, как он должен быть спасти. Спаси меня, раз ладушка вайкшту. Взял нас ладушку и гуляет. А фарисеи, сапо. А фарисеи ему говорят. Сейчас же садим. Сегодня суббота. То не верь, мовешь. Тебе нельзя ходить. Звонит. Понимаете? Религия ракла. Религия она слепа. Тогда мы слепостигекиме. Потому что мы не доверяем. Мандагумо и гражу тысяч, гиверму тысяч, юринкинис. Мы не будем доверять красивым правилам нашей жизни. Не тури гали сжасити. Потому что они не имеют силы спасти. О, Иисус тури гали сжасити. А Иисус имеет силу спасти. Амин. Аминь. Давай рассуждать на Саокис. Давайте закроем еще свои глаза. Спасибо, Джан. И помолимся. Господь Иисус. Господь Иисус. Саки Гарс. Говори громко. Господь Иисус. Господь Иисус. Посигарек Манес. Помилуй меня. И Ришгальбек Манес. И спаси меня. И шмало Гонишкумо. От моей плотской. И шмало Нуадеми. Своего греха. Шватой Двасе. Дух Святой. Дома Тейсингас Винтис. Дай мне правильные мысли. И Тейсингус Вендимус. И правильные решения. Когда же горячу эйти. Чтоб я мог бы идти. Келю Тесюэй. Прямым путем. Амин. Аминь. Крем ноги. Аминь Богу Абил. Дорогие, все уже пожертвовали. Подождите, я сказал, как посвящен. Давайте возьмем свои руки и тогда помолимся. Аллилуйя. Аллилуйя. Девять дней, мы за кого вам то? Благодарим тебя. Что вы жоди? За твое слово. Я кого вам то, что вы дворцы? За твой дух. И что вы мейля? И за твою любовь. Не струби, не сумис. Потому что ты заботишься нами. Не тихо, как мы стоим, мы ковальки, как обсрект. Чтобы не только мы имели, но что отец не покушать. Bet kad mūsų sielos būtų išgelbėtos. Naša duša buvo spasena.
Mes aukojam tau viešpatį. Pažertvim svėlius kos. Ir prašom, priimk iš mūsų auką. Ir priimė tą žertvą. Ir dėl už tau auką. Ir bus kai tu, ta žertva. Bus veisminga. Bus distvicinė. Bus kaip derlinga sėkla. Bus kaip plodorodna sėmė. Atnešu šimteriopai. Prinesu to, kad... Naudos. Prybėlį. Dangaus karalystėj. Carstvo nebėsnė. Amen. Amin. Duokime iš mūsų šlovę. Davai. Aleluja. Mes. Iš jo mes. Padėkokim Lydai. Padėkim Lydų. Brolis ir sarūnas, mylimu Jėzus meilę, daugiau nebenusidėk. Mokšt negrįši.